Он обманет тебя, так же, как обманул меня. Вот, взгляни. Он встречался со многими девушками до тебя. Но ведь сколько бедняжек он успел бросить. Очнись, пока не поздно. Не стань очередной жертвой этого мерзавца Фируза. Но он просто притворяется честным. Нравится? Да. Другой мир. Другой мир. Совсем другой. Чем могу помочь? Вы сможете меня так красиво нарисовать? Могу ли я считать себя художником, если не смогу нарисовать такую красивую девушку как следует? Значит, вы еще умеете и красиво говорить. Все умеют красиво говорить. Но не все умеют использовать этот навык уместно. А мы знаем, когда надо использовать. Почему вы говорите «мы»? Кого вы имеете в виду? Себя и свое вдохновение. Мы с ним братья. Мы дополняем друг друга. Впечатляет. Спросите у своего вдохновения, найдет ли оно время и для меня. Кстати, я должен был нарисовать вас. Да. Тогда присаживайтесь на наш королевский трон. Мы вас с удовольствием нарисуем. Хорошо. Садитесь. Теперь к делу. Так. Думаю, вы станете еще красивее, если улыбнетесь. Ладно, пусть будет по-вашему. Почему вы так грустно улыбаетесь? Просто так. Может, начнете?
Послушай, я тебя бил, ругал, оскорблял, но ты все равно не уходишь от меня. Почему ты такая? Я же говорю тебе, я полюбил другую. Ты понимаешь, о чем я? Я хочу развестись с тобой. Ты мне больше не нравишься. Совсем не нравишься. Бабур, пожалуйста, ты хотя бы подумай о Саюре. Тебе так легко расстаться. А что будет с ней? Я буду навещать ее. А ты скорее уходи из моей жизни. Неужели ты не устал от меня? Тебе мало всего этого? Разве так трудно все понять и принять? Слушай, твои слезы ничего уже не изменят. Ты тоже имеешь право быть счастливой. Только не со мной. Пойми, Саида, ты не сможешь быть счастливой со мной. Знаешь, я полюбил одну девушку с больным сердцем. Да, полюбил. Что? Неужели она еще и больна? Да, она больна. Я обещал ее сделать счастливой. Я и сам не ожидал такого. Ладно, я согласна. Я на все согласна. Мы разведемся. Ты тоже никогда не появляйся в нашей жизни. И я тоже уйду из твоей жизни. Вот так. Ой, вы такая необычная. Как можно и смеяться, и плакать одновременно? Лишь мое лицо улыбается. А внутри текут слезы. Что с вами? Кажется, та картина очень тронула меня. Странно. У вас красивые волосы. Спасибо. До каких пор ты будешь так сидеть и восхищаться своими картинами? О чем ты? Почему ты притворяешься, когда ты начнешь нормально зарабатывать, когда мы будем нормально жить? Не смеши меня. А сейчас что, мы не живем как нормальные люди? Чего ты хочешь? Ведь у нас есть все. Мы же постепенно добиваемся, к чему стремимся. Все будет хорошо. Ты только будь немного терпеливее. Опять эти слова. Опять эти иллюзии. Мне надоела эта жизнь. В прошлый раз я нашла тебе хорошую работу, а ты сказал, что тебе нужно творчество. Ладно, занимайся творчеством. Только зарабатывай нормальные деньги. Эй, посмотри на этот рисунок. Послушай. Зачем тебе много денег? Что ты будешь с ними делать?
Я же говорю, все будет хорошо. У нас же постепенно все получается. Ой, будь терпеливый, живи радостно, никогда не унывай. Твой слепой оптимизм не перестает меня поражать. Когда же ты повзрослеешь? В жизни всегда надо быть позитивным. С этими? Например, заказчик этого рисунка до сих пор не заплатил. Я же не расстраиваюсь из-за этого. Продолжаю рисовать с отличным настроением. Мы с тобой как небо и земля. Взгляни на этот рисунок. Испытание судьбы непредсказуемо. Почему вы так считаете? Просто так. Вы замечали, что человек обычно встречает в своей жизни не того человека, о котором он всю жизнь мечтал? Думаю, это ирония судьбы. Да, вы правы. Но все, что не делается, к лучшему. Может быть. Знаете, я пока не сделал вывод. Это к лучшему или нет. Но я уже закончил свое дело. Так быстро? Да. Можете взглянуть, пожалуйста. Послушайте, почему вы такая плакса? Никогда никому не выдавайте своего горя. Наоборот, всегда улыбайтесь. В жизни человек должен быть позитивным. Большое спасибо за рисунок. Не за что. Мы уже столько поболтали, но не спросили друг у друга имен. Меня зовут Гафур. А меня Саида. Отлично. Саида. Рад знакомству. Если понравился ваш рисунок, то я вдвойне рад. Вот. Возьмите. Будьте всегда здоровы. Скажу вам еще раз, рад знакомству. Большое спасибо. Доброго пути. Удачи вам. Удачи. Пока. Сегодняшняя миссия выполнена. Теперь пора домой. Ой, я же забыла заплатить за рисунок. Эх ты, Саида, опять забыла. Черт, что он теперь подумает обо мне? Надо вернуться. Вы не видели здесь художника? Нет, не видела. Ну ладно, спасибо. Привет, сестра. Привет, как ты? Хорошо, как сама? Нормально, как ты сам? Неплохо. Какие новости? Сегодня видел твоего мужа.
С ним рядом была одна девушка. А, может, клиентка? Не знаю. Но я думаю, что клиенты так не ведут себя. У меня есть фото. Вот, смотри. Пускай гуляет. Поживем, увидим. А ты продолжай слежку, понял? Да, сестра. Есть будешь? Да. Садись. Я голоден, как волк. Кого я вижу? Привет. Кто эта сладкая девочка? Моя дочь Сайора. Ой. Классно. У вас есть дочка? А я принял вас за 18-летнюю девушку. Опять начинаете? Кстати, вчера я забыла вам заплатить. Извините. Вот. Нет, не надо. Вы лучше купите что-нибудь вкусное своей дочке. Пожалуйста, возьмите, а то мне неловко. Нет, не надо. Я тоже сейчас обижусь. Если вы будете так настаивать, в следующий раз я не буду вас рисовать. Ах ты негодяй. Неужели они что-то затевают опять? О ком вы говорите? Брата моей бывшей жены. Он опять за мной следит. Извините, я быстро. А вы пока посидите, пожалуйста. Ладно. Что ты здесь делаешь? Пошли со мной. Кому говорю? Давай. Что случилось? До каких пор твоя сестра будет вмешиваться в мою жизнь? Брат, ты не понял? Оставь меня в покое. Я здесь практикую, как фотографировать. Ты все неправильно понял. Не обманывай меня. Мой учитель сказал мне сделать пару снимков отсюда. Если еще раз ты будешь вмешиваться в мою жизнь, я не стану тебя жалеть. Все, понял? С глаз долой. Очень красиво, да? Нравится? Все в порядке? Да. Никак не могу избавиться от них. Он младший брат моей жены. Точнее, бывшей жены. Вы тоже разведены? Да. К сожалению, да. Похожие судьбы. Вы тоже? Да, я тоже. Думаю, на сегодня хватит. Если у вас есть свободное время, идемте со мной. Покажу вам свою мастерскую. Все мои творческие дела, произведения там. Ладно. А мы не помешаем вам? Нет, конечно. Я все равно собирался туда. Идемте. Давай. Брат все еще в поисках своего счастья. Дай Бог, чтобы эта девушка осчастливила его.
Это моя мастерская. Здесь очень красиво. Теперь сможем увидеть все ваши произведения. Да, успеете все осмотреть. Вот это моя самая любимая работа. Думаю, вам тоже понравится. Это район Карасу. Да, красиво. Старался нарисовать улицу такой, какая она есть. Видите, у них у всех свой характер. Это тоже одна историческая картина. Вам понравилась моя мастерская? Понравилась. Очень. Отлично. Я вас приведу еще сюда много раз. Алло. Алло, сестра. Кажется, у них все серьезно. О чем ты? Та девушка, чье фото я тебе показал в тот день, сегодня опять пришла с дочерью. С дочерью? По-моему, так. Они вместе долго сидели. Очень долго общались. Что дальше? Потом куда-то ушли под ручку. Ты не смог сделать меня счастливой. Теперь и сам не узнаешь, что такое счастье. Я тебе покажу. Мне нужен ее адрес и номер телефона. Найдешь? Сестра, не обижайся, но я устал от твоих выходок. Зря ты впутала меня во все это. Ты развелась с Гафуром. Все уже в прошлом. Но мы с ним были как братья. Не говори чушь. Сестра, пойми, он теперь не твой муж. До каких пор я буду следить за ним, как тень? Ты не смогла сделать его счастливым. Теперь прекрати все это. Он тоже имеет право быть счастливым. Что? Тебе не стыдно это говорить мне? Кто для тебя важнее, я или он? Это я хотела развода. Я тоже хочу быть счастливой. Не ты, а твое эго хотело этого. Женщина должна быть терпеливой и покладистой, а у тебя нет этих качеств. Признаю, смешно учить тебя, как жить, будучи твоим младшим братом.
Но ты же взрослая женщина. Почему ты не понимаешь такие простые вещи? С каких пор ты стал таким умным? Сестра... Если уж так, тогда уходи. У меня нет такого брата. Я сказала... Что ты несешь, сестра? Почему ты не хочешь понять? Ладно, скажем, ты поговорила с той женщиной и отговорила ее, что дальше появится другая. Потом мне что, придется следить за каждой женщиной, которая встречается с твоим бывшим мужем? А ты собираешься со всеми женщинами увидеться? Нет. Так не пойдет. Лучше ты тоже постарайся найти свое счастье. Назим, ты не понимаешь? Может, я стараюсь вернуть его? Хочу помириться. Ты мне поможешь? Это моя последняя просьба. Помоги, пожалуйста. Я больше не буду тебя беспокоить. Ради счастья твоей сестры. Ладно? Ладно, хорошо, помогу. Но это в последний раз. Чтобы вы помирились. Любви все ждем мы, словно чудо. Любить нам хочется всегда. Найти родного человека и рядом быть с ним навека. Но надо помнить, сердце твердо, любовь не шутка, не игра. Любовь рождается в поступках, растет не вянь на словах. Поэтому любовь ищите. И не сдавайтесь никогда. А раз нашли, то берегите. Все будут счастливы тогда. Хочу узнать тебя я больше. Мечты с тобою разделить. С тобой быть как можно чаще. А если рядом нет, звонить. Хочу твой голос вечно слушать. Смотреть всегда в твои глаза. Любовь, ты делаешь нас лучше, творя простые чудеса. Я тебе душу, ты мне любовь. В эту игру сыграем мы вновь. Ты мне любовь, я тебе нежность. Так проведем мы вдвоем нашу вечность. И я тебе очень, ты меня тоже, в этом с тобой мы чем-то похожи. Я тебе тайну открою одну, я тебя очень, очень сильно люблю. Да, в этом с тобой мы чем-то похожи. Может, купим мороженое? Ты как маленький ребенок. Нет, это называется романтика. Здравствуйте. О, ты еще и романтик? Тогда согласна. Давай мороженое. Фруктового или шоколадного? Пусть будет шоколадное. Хорошо. А я не похож на романтика? Нет, не очень. Но я слышала, что настоящие творческие люди бывают романтиками. Настоящий творческий человек стоит перед тобой. Мне больше всего нравится твоя искренность. Пожалуйста. Спасибо. Смотри, не растай. Я-то не растаю. Но если мы не будем есть скорее, наше мороженое точно растает. Да, ты прав. Я подарить тебе свою душу.
Ты лишь ее прошел, я береги. И твой покой вовеки не нарушу. Мою любовь, как дар, молю, прими. Ты счастье, может, ты везение. Ты точно радость, ты тепло. С тобой я обретаю вдохновение. С тобой мне очень сильно повезло. Ты крылья даришь мне и нежность. С тобой могу я мир весь покорить. Тебя люблю я очень, обожаю, и без тебя пустынной кажется мне жизнь. Моя душа полна, полна любви. Моя душа твоя навеки, навсегда. Ты все мои заветные желания, сны. Тебя люблю, люблю безумно я. Ты стимул просыпаться утром. Ты стимул мой, чтобы дышать. С тобой при любой погоде могу часами я бродить, гулять. Ты яркий свет в моем окошке. Ты луч, ты надежда, ты мечта. И без тебя в душе скребутся кошки. Твоя улыбка, нежность мне нужна. Саида, у меня к тебе важный разговор. Но я боюсь тебя огорчить. Тот Гафур, которого я знаю, никогда не обидит меня. Это очень серьезно. Я уже догадываюсь. Правда? Скажи тогда. Нет, давай ты сам. Я не обижусь. Мы с тобой уже знаем друг друга достаточно. Может, я говорю это не вовремя, но я должен открыть тебе свое сердце. Ты раньше так не колебался. Я хочу стать отцом Сайори. Я люблю ее как родную дочь. Я именно этого и предполагала. Думаю, мы не должны спешить. Я не хочу ошибиться во второй раз. Я мать-одиночка и живу в большом городе, далеко от родителей. Если я еще раз совершу ошибку, никто меня не простит. Дальше я не смогу здесь остаться. Если я вернусь в родную деревню, маме будет трудно. Там люди будут говорить всякие плохие вещи обо мне. Может, ты поспешила с выводами? Неужели я хочу, чтобы все так получилось? В моей жизни все произошло очень быстро. Замужество, рождение ребенка и даже мой развод. Поэтому я не тороплюсь. Я еще не готова. Подумай, сколько хочешь. Только не забывай, что ты мне не безразлична. А почему ты развелся с женой? Мне тяжело это вспоминать. Ее не устраивало мое состояние. Мы жили красиво, но она хотела большего. Может, я сам виноват. Может, я не смог убедить ее, что счастливые дни еще впереди, не знаю. Короче, она отвернулась от меня. Хотела найти другого, лучшего, чем я. Хотя бы дома не рисуй.
Хотел сделать тебе сюрприз на завтра, а ты увидела. Что ты можешь подарить мне, кроме своего рисунка? Я и сама догадывалась, что получу именно такой подарок. Что? О чем ты говоришь? Ты хоть немного следи за своим языком. Когда ты перестанешь хныкать? Ты знаешь, что такое благодарность? Эй, я тебе говорю. Не играй мне на нервы. А это что? Что это, я спрашиваю? А, цепочка. Да, вижу, не слепой. Откуда появилась? Это подруги подарили. Не лги. Почему так растерялась? Мне нечего тебе лгать. Раз уж сам не умеешь покупать мне такие подарки, почему ты злишься, когда другие дарят? Ты сначала сам подари, а потом говори. Если бы я знал, что ты такая неблагодарная, я бы никогда не женился на тебе. Тогда давай расстанемся, пока не поздно. Мне тоже такая жизнь надоела. Все, иди в свою комнату. Я с тобой потом поговорю. А то сейчас задушу тебя. Иди, кому говорю? Надеюсь, тебе понравился мой подарок, сладкая моя. Не понял? Фируза! После этого мы развелись. Вот такие дела. Если мужчина зарабатывает мало, то это плохо. Но преданность жены познается именно в такой момент. Настоящая женщина будет рядом со своим мужем и в печали, и в радости. Если она будет терпеть и уважать своего мужа, рано или поздно они обязательно обретут честь. К сожалению, она не понимала этого. Не дождалась. Сейчас у меня есть все. Дом, машина. Даже есть своя мастерская, которой многие даже завидуют. Но теперь уже поздно. Если бы она осталась со мной тогда, она бы не пожалела. Правильно. Самое главное, у тебя доброе сердце. И ты обязательно найдешь свое счастье. Что я могу сказать? Может, это к лучшему? Это судьба. Да. А мы обязаны принимать ее. Ну ладно, мне пора. Спасибо за сегодняшний день. Идем, я тебя провожу. Хорошо. Хочу стать отцом Саюри. Я люблю ее как свою родную дочь.
Lekin ular orasidan ko'pincha istedodlilar yetishib chiqar ekan. Ana shunday istedodli Сестра, я ухожу, у меня дела в городе. Как насчет моей просьбы? Сестра, никак не получается. О чем ты говоришь? Я тебе бездельник, что ли? Ты такая странная, никак не могу освободиться. Как освобожусь, попытаюсь. Я ведь не каждый день у тебя прошу помощи. А ты хотя бы раз в году не можешь найти времени. Ты же начальник. Сестра, не смейся надо мной. Если тебе нужен муж, иди сама поговори. Иди, пойди к нему сама. Почему не понимаешь? Он не хочет меня видеть. Да, конечно, не хочет. Если бы я был на его месте... Что? Что бы ты сделал? Ты бы тоже выгнал меня на улицу. Я не это имел в виду, сестра. Прости. Я не ожидала от тебя такого. Да пошел ты. Сестра! Эх, сестра... Тихо на ушко тебя пошепчу, что свою жизнь от тебя я даю, что всей душой тебя я люблю, что без тебя не живу, не дышу. Ты моя нежность, опора моя, дни стали счастливее, люблю я тебя. Ты окрыляешь, делаешь лучше, ты словно солнышко тепленький луч. Люблю тебя, как первый снег и первый дождь весенний. С тобой солнечным всегда бывает настроение. Люблю улыбку и глаза, и голос сердцу сладкий. Тебя никак не разгадать, а я люблю загадки. Люблю с тобой говорить и помолчать, коль надо. Но без тебя не в силах жить, такая вот досада. Любовь связала нас навек, судьба свела для счастья нас. Ты мой любимый человек, ты драгоценный мой алмаз. Пусть наши чувства день за днем сильнее будут становиться. Давай идти одним путем, чтоб вместе в счастье раствориться. Я каждым днем тебя сильнее люблю, и за тебя судьбу благодарю. Не знаю, как жилось мне до тебя. Жизнь была скучной у меня. Но теперь в ней смысл есть. И это вовсе и не лесть. Ты моя нежность, ты любовь моя. Так много значишь для меня. Встречать с тобой рассветы и слать тебе приветы. За звездами с тобой следить, в гармонии всю жизнь. Тебя ценить и понимать, и никогда не отпускать, и все на свете обсуждать, с улыбки день свой начинать. От всех проблем, чтоб оградить, тебе любовь свою дарить, с тобой разделить всю жизнь и наблюдать, как сладко спишь. Люблю так сильно я тебя. Хочу всю жизнь прожить, любя. Никто не сможет запретить тебя лишь только мне любить. И сердце просит теплоты, с тобой не вижу пустоты. Лишь счастье наше и любовь способны взбудоражить кровь. Люблю я ночь, ведь лишь во сне приходишь ты ко мне. А утром, утром сон уходит прочь. Thank you.
Спасибо тебе за то, что дала мне надежду. Меня очень удивило то, что ты так заботливо относишься к Сайори. Она тоже тебя любит. Я не учила ее называть тебя папой, поверь. Она сама так решила. Я постараюсь стать ей хорошим отцом. Если ты будешь любить меня и мою дочь, я тоже буду любить тебя до конца своих дней. Я тебе верю. Я тоже постараюсь оправдать твое доверие. Тогда ты иди на работу, а я сама доберусь. Ладно, пока. Извините. Можно воспользоваться вашим телефоном? Да, конечно. Я жду свою девушку. Вы забыл свой телефон дома. Спасибо. Эх, не берет. Она обычно не отвечает на незнакомые номера. Значит, она умная девушка. Попробуйте еще раз. Угу. Не берет. Пожалуйста, спасибо вам. Извините за беспокойство. Да ладно, не за что. Счастливо. Вот теперь избавился от этой проблемы. Алло, сестра? Как ты? Да, я нашел ее номер. Если не ошибаюсь, ее зовут Саида. Теперь не впутывай меня в эти дела, ладно? Алло, я слушаю. Это Саида? Да, это я. А кто это? Я бывшая жена Гафура. Мы должны встретиться с тобой. У меня к тебе важный разговор. Правда? Завтра я отправлю тебе адрес. Наверное, ты удивилась, как я тебя нашла. Конечно. Хотя мы и развелись с мужем, я постоянно слежу за ним. Я хочу спасти тебя от беды. О какой беде идет речь? За короткое время вы стали довольно близкими. Я в курсе. Но я скажу одно. Он обманывает тебя. Все, что он сказал тебе, это вранье. А ты откуда это знаешь? Ты не знаешь его, как я. Я жила с ним вместе. Я тоже не хотела развода. Он изменил мне. Он изменник. Я не могу простить его за это. Но я доверяю ему больше, чем тебе. Он обманет тебя. Так же, как и обманул меня. Вот, взгляни. А? Он гулял со многими девушками до тебя. Но столько бедняжек успел бросить.
Очнись, пока не поздно. Не стань очередной жертвой такого мерзавца. Но... Он просто притворяется честным. Он очень коварный. Он не смог сделать меня счастливой. И тебя не сможет. Ты не можешь убедить меня этими фотографиями. Он о твоей дочери тоже заботится. Поэтому ты ему так доверяешь. Посмотри сюда. Это та фотография, из-за которой мне пришлось расстаться с ним. Он и о ее дочери тоже заботился, и так завоевал ее сердце. Если хочешь, верь мне. А если нет, сама знаешь. Ну ладно. Прощай. Знаешь, мама, я очень устала. Много что-то опять навалилось. Даже плакать совсем перестала. А мечта о проблеме разбилась. Все, что он сказал тебе, вранье. Иногда очень страшно ночами. Давит сердце, как камень, незримо. Слишком много уже за плечами. Но счастье не рядом, а мимо. Голых стен, одинокая песня. И не выбраться, как из темницы. Может, есть на земле все же место, где им не суждено влюбиться. Я тоже не хотела развода. Он изменил мне. Он изменник. Знаешь, мама, я мечтать устала. А еще я устала верить. Я искала, поверь, искала, кому сердце свое доверить. Только холод нашла, и раны, безразличие, и груз сомнений. Может, просто искала раны. Может, были не люди, а тени. Тебе понравилось? Отдай мою дочь. Саида, что случилось? Что с тобой? Я тебя не понимаю. Ты можешь объяснить? Пожалуйста, оставь нас в покое. Я тебя вообще не понимаю. Что-то случилось? Объясни, в чем дело? Ты не отвечаешь на мои звонки. А теперь ведешь себя так. Хотя бы ради этого ребенка не надо было обманывать. Я ведь сказала тебе, что я боюсь во второй раз ошибиться. Ты злоупотребил моим доверием. Я все знаю. Ты даже не пожалел моего ребенка. Думаешь, что говоришь? О чем ты? Кто-то тебе что-то сказал, скажи открыто. Я встретилась с твоей бывшей женой.
Черт побери. Я ведь сказал, что они что-то затевают. И ты поверила ей? Да, поверила. Потому что она подтвердила свои слова доказательствами. Оставь меня в покое, пожалуйста. Я больше не хочу тебя видеть. Спасибо тебе за то, что ты сделал для нас. Саида, пожалуйста, послушай меня. Ах ты, подонок. Что ты натворил, подлец? Я ведь предупреждал тебя в прошлый раз, так? Брат, зачем ты продолжаешь вмешиваться в мою жизнь, когда твоя сестра оставит меня в покое? Брат, успокойся. Я тебе не брат. Признавайся, что ты наделал? Это не я. Моя сестра все устроила. Я ей объяснял. Но я не ожидал, что все так обернется. Она и меня обманула. Сказала, что хочет помириться с тобой. Просила помощи. Эй, я неосознанно совершил ошибку. Теперь сам исправишь свою ошибку, понял? Как? Ты Саиде все расскажешь, понял меня? Расскажешь ей, по чьей вине мы развелись с твоей сестрой. Если у тебя осталось хоть капли совести, скажешь ей всю правду. Понял? Эй, Саида? Да, привет. Извините. Здравствуйте. Добрый день. Гафур не выходит на работу. Где он? Раньше он не вел себя так. Если честно, я не в курсе. Что? Поссорились, что ли? Или вы его обидели? Нет, я его не обижала. Я его знаю. Если он на кого-то обижается, он не выходит на работу. А что, если он сам обижает? Нет, такого не может быть. Он не такой. Я ведь знаю, как сильно он вас любит. Ну ладно, спасибо вам. Я должна идти. Ладно, пока. Да. Точно, что-то случилось. Теперь Гафур опять будет мучиться. Сестра! Да. В чем дело? Послушай, что ты натворила? Ты меня опозорила! Ничего я не натворила. Мы просто пообщались. Почему ты наклеветала на брата? Он все рассказал мне. Чего ты хочешь? Почему ты его так защищаешь? Все, что я сделала, было правильно. Хотела, чтобы он не обретал счастье. Если нужно, еще раз повторю, чтобы он навсегда был несчастным. В чем тогда ее вина? Ее вина в том, что она встретила его и полюбила. Сестра, ты ошибаешься. Человек не должен быть таким коварным. Они не виноваты в твоем несчастье. Не умничай. Я знаю, что делать. Ты ничего не знаешь. Если бы ты знала, никогда не отпустила бы своего мужа, не нашла бы себе другого. Ты тоже веришь в это?
Я не верю. Я точно знаю. Ты встречалась с другим, а потом бросила своего мужа. Не пытайся меня обманывать. Я все прекрасно знаю. Я даже знаю, что тот негодяй бросил тебя. Замолчи. Не думай о несчастье. Думай о счастье. Стать счастливой. Иди к своему любовнику. Да пошла ты. Назим. Прости, брат. Я тоже хотела стать счастливой, Назим. Я очень сожалею, брат. Я сожалею. Я ведь сказала тебе, не беспокой меня. Дай мне возможность оправдать тебя. Теперь это не имеет значения. Я разлюбила тебя. Давай завтра встретимся. Ладно, потом все будет так, как ты скажешь. Хорошо. Пока. Человек не может стать запросто счастливым. Он должен преодолевать всякие испытания и мучения. Думаю, мы оба испытали достаточно мучений. Наверное, теперь мы достойны жить счастливо. Я и так счастлива. Не жалуюсь. Если ты позвал меня сюда сказать все это, тогда я пошла. Саида. Постой. Пожалуйста, послушай меня. Все, что ты услышала обо мне, это клевета. Иди сюда. Здравствуйте. Вы? Да, я. Этот парень — младший брат моей бывшей жены. В тот день, чтобы узнать твой номер, он попросил телефон. Все с этого и началось. Он фотограф. Он и меня фотографировал. Для своей коллекции. Все фотографии, которые тебе показала Фируза, были из его коллекции. Можно мне сказать? Я очень уважаю брата Гафура. Даже после того, как они развелись с моей сестрой, мое уважение к нему не изменилось. Впрочем, из-за всяких капризов своей сестры у меня пришлось совершить такие ошибки. Прошу прощения у вас обоих и за сестру. Но в этом мире каждый имеет право на счастье. Вы тоже. Я не хочу, чтобы вы расстались из-за нас. Это розыгрыш? Нет, это не розыгрыш. Это все правда. Не осознавая, что такое жизнь, что такое любовь, я совершил большую ошибку. Когда-то я называл его братом. Потом он стал мне родственником.
Теперь и вы знаете, что все уже не так. Но я все равно ценю его как родного брата. Поэтому хочу, чтобы он стал счастливым. Поверьте, я вас не обманываю. Простите меня. Я и за свою сестру прошу прощения. Она, не осознавая настоящего счастья, не отступила от своего коварного плана. Но верю, что однажды она поймет свою ошибку. А вы берегите и любите друг друга. Поверьте мне. Ладно, мне пора. Ладно. Удачи. До встречи. Вот такие дела. Поэтому я позвал тебя. Не знаю, оправдал ли я себя или нет, но я не виновен перед своей совестью. Я на все готов, чтобы обрести свое счастье. Прости меня, Гафур. Я тебя не понимала. Я ошиблась. Это уже не важно. Осталось самое главное. Ты мне доверяешь или нет? Теперь доверяю. Не отпустишь меня? Никогда. Отлично. Впредь мы должны быть очень осторожны. Ее коварство на этом не закончилось. Мы будем очень счастливы.